Так, всем привет! И сегодня, как вы поняли, я нахожусь на полуострове Крым в отпуске. И я вот не могу просто так отдыхать, пока там все лежат на пляжах, купаются и все остальное. Я понял, что я взял в прокат Суперб, и у меня не было ни одного видео про него. И решил воспользоваться такой возможностью, рассказать сегодня про этот замечательный автомобиль. К сожалению, Суперб, как любая прокатная машина, не всегда бывает максимальной комплектацией. У нас наш автомобиль не исключение, машина 17-го года. Это 1.4, 150 лошадей, 7-ступенчатая ДСГ. Такой автомобиль стоит 1 600 000, то есть это комплектация с большим экраном и на тряпке. 1 600 000, как бы, это абсолютно нормальная комплектация, если не считать там самого маленького двигателя. Но на самом деле я посмотрел цены на тот же самый Passat, то есть тот же самый Passat в такой же комплектации, с таким же двигателем стоит на 30 тысяч рублей дороже. И я-то думал, там разница чуть как бы Volkswagen и Skoda чуть побольше, а смотришь там и вообще там с учетом скидок это одни и те же цены. Вообще, если сравнивать в целом Супер по D-классу, то он такой среднячок, потому что он не самый длинный, например, новая Camry длиннее, он не самый широкий, например, Optima шире GT. И у него не самый большой багажник, потому что, опять же, при сложенных сиденьях у Passat багажник больше. И, в принципе, сегодня я постараюсь раскрыть потенциал этого автомобиля в этой замечательной локации. Шикарное море. Если что-то будет ветер в кадре, то как бы мы решили пожертвовать звуком, постараемся его выровнять. Но локация действительно крутая, вдохновляющая, и вдохновляет что-то снять красивое, такое, знаете, море, закаты, коптеры, как сегодня мы постараемся сделать еще такое видеовидовое. Поэтому, как мы уже поняли, по габаритам это у нас такой крепкий середнячок, но тем не менее по дизайну, конечно же, он очень хорош, особенно в этом цвете. То есть он подчеркивает все его грани. Особенно, посмотрите, интересная грань, которая идет с крыла на дверь и плавно переходит в такой мощный прищур фар. А он смотрится очень гармонично, не как большая Октавия. У него свой дизайн, свои интересные линии. Опять же, вот эта вот ребристость, ребра таких же, как, ну, это что-то, какая-то Audi там здесь угадывается. С задней части тоже автомобиль смотрится достаточно гармонично. Везде в дизайне у нас агрессия, плавные переходы. То есть эта машина смотрится дорого. Но опять же, когда, например, я вспоминаю, что есть тот же самый Passat, который смотрится, помимо того, что дорого, он и смотрится солидно, у меня как-то... Я реально думал, что Суперб намного дешевле Passata. Иначе есть... Ну, какой смысл тогда? Я, конечно, понимаю, что есть фанаты марки Skoda, но все-таки Volkswagen, он всегда считался как-то чуть повыше классом. Обратите внимание, очень красиво смотрится вот эта вот хромированная линия, плавные переходы, колеса у нас такие достаточно... Ну, для этих дорог... Для каменистых, по которым мы обязательно проедемся и проверим подвеску, колеса нормальные. Они не слишком большие, достаточно хороший профиль, поэтому все классно. Значит, давайте теперь посмотрим техническую часть. Под капотом у нас 1.4, 150 лошадей. Это практически самый слабый ваговский мотор. То есть есть еще, конечно, 1.4, 125 сил на механике, но это какая-то вообще комплектация очень странная. Здесь у нас 7-ступенчатая сухая ДСГ. Опять же, она самая стартовая считается, DQ200. Самая слабенькая, и переваривает она небольшой момент. А вообще, конечно, если мы говорим про Суперб, то есть такая замечательная комплектация, которая... по крайней мере, не встречается даже на Passat'е. Это 2-литровый 280-сильный мотор на трансмиссии DQ250. Она уже мокрая, то есть сцепление находится в масляной ванне. Это будет полный привод. 5,8 такой автомобиль будет ехать до 100. Вот есть здесь смысл в Суперби, когда ты смотришь, что у него есть такой интересный мощный мотор на полном приводе с муфтой Haldex, с 6-ступенчатым DSG DQ250. Ну, достаточно надежный, кстати, агрегат. Это самый быстрый ВАК, если мы возьмем в D-классе. Вот тут Суперб, он имеет значение. Естественно, это будет не дешевый автомобиль, но, тем не менее, в этом есть уникальность Суперба, что там есть такие классные, правильные комплектации. А так, в этом же сегменте вы можете в эти деньги подумать, ну, я бы еще подумал про A4 с похожими моторами, то есть я бы подумал про Passat 1.4 тоже. Поэтому... есть смысл Суперба тогда, когда мы говорим про топовую комплектацию, это на мой взгляд. Все остальное достаточно тоже элементарное. Подвеска на рычагах, достаточно хорошая жесткость кузова, хорошая аэродинамика, хорошая безопасность, естественно, 5 звезд. Поэтому по железу тут все классически и по-ваговски.
28 тысяч у автомобиля пробег, и скрипит все в этом салоне. Естественно, если сесть в новую машину, мне кажется, не будет. Но тут такая дорога, постоянно камни, грунт, и машина как бы постоянно не ездит не по всегда идеальным дорогам. И обратите внимание, вот каждый звук, вот этот туннель, он уже клинит, вот эта вот вещь, вот эта вот крышечка, которая должна закрывать пепельницу, она уже с первого раза не уходит. То есть ты должен ее толкать изнутри, вот так палец просовывать и закрывать. То есть все вот это вот уже скрипит. То есть любая накладка декоративная на руль, любая там дверная панель, вот эти вот в районе блок управления стеклоподъемниками, боковых зеркал, все скрипит. То есть это салон очень скрипучий. Будет интересно, если действительно мы сейчас поедем, будет ли это все скрипеть, так как сам по себе кузов достаточно жесткий. Думаю, вряд ли, вот пока машина не совсем старая, все это будет скрипеть. За 1.6, в принципе, вы получаете максимальный набор комфортных вещей. То есть электропривод зеркал, стеклоподъемника 4, большой дисплей, достаточно такая быстрая, эффективная мультимедиа, климат-контроль. Обычные сидушки, в принципе, достаточно неплохой формы, тканевые, ну, мне они нравятся, так и боковая поддержка есть, но, естественно, у вас сиденья будут на механических регулировках, то есть они будут регулироваться и по высоте, но все остальное, но они будут регулироваться по углу наклона задней спинки, по высоте, но это просто вы будете уже делать сами. На самом деле это не очень напрягает, ты один раз отстроился и все. А так по салону, вот мы сейчас снимали салон отдельно на закате, то есть он смотрится очень красиво, лаконично, опять же линии, которые заложены в дизайне, во внешнем, то есть и внутри они так пересекаются, все классно, но по большому счету напоминает однотипный ВАК, то есть расположение, никакого поворота к водителю, все для всех, все строго, все в линиях, все классно. Я помню, меня на этом автомобиле встретили в аэропорту, я прям чувствовал, что сижу в премиальном автомобиле, судя по размеру, потому что если не считать, вот, например, велюровую обивку, все правильно распланировано, индивидуальные дефлекторы для задних пассажиров, здесь у нас информация о климат-контроле, пепельница, подстаканники, все есть, все классно. Доступ в багажник даже есть отсюда, если вам что-то надо резко взять. Ну, в принципе, и все. Что еще ждать? Классно, удобно, ну, не лакшери, конечно, но вообще претензий нет. Все по-немецки продумано, все равно же немцы. И давайте теперь самое главное посмотрим багажник. Это просто самое главное любой Шкоды. Места, конечно, здесь дофига. Так, тут у нас он вообще в пикап превращается. Фонарик такой специальный, розетка 12-вольтовая. В общем, все, что нужно для полноценного отдыха всей семьей на природе. Но, естественно, в этой комплектации у нас нет автоматического закрывания. То есть нет запаздывания между переключением, например, задний на D. Едем по камням, прям по камням, по таким. Но на самом деле, вот сейчас я задеваю ручку двери и понимаю, что шум может быть от этого еще. Неплохая, кстати, шумоизоляция днища, именно виброизоляция. Не, ну все, то есть если я задеваю ногой вот это место, а ты будешь задевать, ты будешь чувствовать, что все-таки скрипит салон. А по передней панели нет вообще нареканий. Достаточно энергоемкая подвеска. Даже я бы сказал, очень прям в такую гору сейчас поднимаемся. Так. Красиво все-таки в Крыму. Как Россия из 90-х. Старые дачи, насаждения, заправки старые. Говорят, бензин здесь не очень хороший. Я не понимаю, как эта машина здесь живет. Потому что 1.4 турбо. Потому что 1.4, эти моторы очень малообъемные,
надутый и требовательный к хорошему топливу, но пока, по словам компании, я никогда еще никаких проблем не испытывал. Сейчас климат у нас прогреется. Но я очень вот скептически отношусь к мотору 1.4 на таком достаточно большом автомобиле. Так, очень интересно, динамика очень. Газ в пол. Она едет. Она едет очень хорошо. На верхах турбина подбывает. Слышно там зых прям так. Я еще помню, в Крыму брал до этого Octavia 1.4. Я просто думал, что это за пушка такая. Хотелось бы руль поострее. Что-то вот это вот мне не очень нравится. Но тормоза очень хорошие. Баговские тормоза. Едет прям как по рельсам. Ну, мне нравится машина. Я бы даже с 1.4 спокойно бы ездил, не парился, потому что хватает динамики. Это мы еще не ВЭС режим, а сейчас ВЭС, пятиступка. Машина подрывается еще быстрее. Все-таки ваги делают машины, конечно. В ВЭС режиме она подбирает нужные передачи. Оп, небольшой крен, конечно, это нормально, но по-любому мы вписываемся в поворот. Тормоза офигенные, просто вот... Классические ваговские тормоза, под газом уходим. Супер. Даже эта машина с самой плохой конфигурацией, в принципе, даже делает ее небольшим спорткаром, но даже на ней можно почувствовать себя удовольствие на серпантинах. И самое главное, ты не чувствуешь недостаток мотора, ты не чувствуешь там 150 сил, это мало. Посмотрите, она шлифует уже третью передачу, когда выходит из поворота. И все это прошлифовка, быстрые переключения. Ты смотришь, как стрелка тахометра, вот, например, дергается быстро. Это все создает ощущение динамики. После 140 он 160, разгон дается сложнее. Ну и как она по плохой дороге переливается, заливается. Ну, блин, ну я реально получаю кайф. Я, конечно, вагодрочер, но это факты. Это крутая машина. Если бы она еще стоила 1,5 миллиона, мне бы очень понравилось. Я вот докапываюсь, я не могу найти. Ну, интерьер, конечно, у нее такой обычный, то есть. Но это лучше, чем коричневая, которая там, кнопочки дебильные всякие. Это лучше. Потому что я вот пытаюсь объективно опять, как бы у меня есть любовь к этой технологии, к этим автомобилям. Неважно, Шкода, Ауди, Volkswagen. Но очень круто. Как работает климат-контроль? Вот сейчас жара, море, 22, в машине тихо, то есть в машине нет ощущения, что задувает сопло тебе, она сохранилась, то есть это 22, ты не видишь, откуда дуют дефлекторы, как кондиционер, просто в машине приятно. Опять же, за эти тормоза, вот там никаких 6 поршней нет, 8 поршней, тем более там сложных механизмов, перфорированных дисков, но вот как на ней можно дозировать усилия, тут, наверное, вот каждый миллиметр и разные усилия, прям можно, и всегда ощущение, что ты на ТТРС едешь, что на РС-6, что на Супербе, одинаково эффективные тормоза с точки зрения вот управления торможением, как ты дозируешь педаль, это очень круто. Сейчас кто-то там сидит, скажет, ой, все, вагодрочер там заколебал хвалить одно и то же. Нет, ну давайте объективно. Она реально крутая. Я все-таки вагодрочер, что не говорите. Оказались в холодных Чебоксарах после Крыма, и мне действительно было интересно проехаться и замерить тот же самый Суперб, но уже с мотором 1.8, то есть у нас мотор третьего поколения, два фазовращателя, комбинированный впрыск, 180 лошадей. Вообще он должен сейчас показаться пушкой после 1.4. Вот эта комплектация стоит 2 миллиона 100 тысяч рублей, естественно, она немножечко уже побогаче.
Ну и машина с пробегом 1126 километров, и она, конечно же, скрипит намного меньше, чем та за двадцатку. Но на самом деле, кстати, большое спасибо ребятам, они из прокат-центра, которые предоставили этот автомобиль. За 4000 рублей вы тоже сможете стать счастливым его обладателем в сутки. Ссылку на них оставили в описании. Давайте попробуем с места. Три человека в салоне и включенный климат-контроль. То же самое место. Пробуем еще раз. Я, конечно, понимаю прекрасно, что в поле 1.8 побыстрее, безусловно, это быстро, достаточно, причем для переднего привода. Ну вот мы сейчас едем, обратите внимание, что коробка, двигатель не загоняет в какие-то красные обороты, но с учетом того, что мы едем достаточно быстро. 1.4, скорее всего, уже бы переключился на пониженный. Вот мы сейчас газ жмем, он переключился вниз незаметно, но все равно очень быстро. То есть, мне кажется, что если взять расход 1.4 и 1.8, они будут есть плюс-минус одинаково. Камри сама по себе, естественно, едет намного медленнее. Даже с 2.5 с мотором, с такой же мощностью, я когда мерил 2.5, у меня там чуть ли секунд 10, что ли, она ехала, там 9.8. В общем, средний расход у нас на 1.4 вышел 8.4, с учетом того, как мы ездили. А на 1.8 получается в конце 8.6, поэтому разница небольшая. Но в любом случае, даже с таким расходом нужно заправляться с помощью карты Тинькофф Драйв, потому что это 10% кэшбэка с каждой заправки и 5% кэшбэка на все автомобильные услуги. Это может быть мойка, автозапчасти, автосервис и все остальное, плюс бесплатное обслуживание во всех банкоматах и вызов консьержа Альфред. Поэтому экономим мы всегда. Итак, что можно сказать про Superb? Вообще, конечно же, по всем параметрам, даже если сравнить с той же самой Camry, он лучше. Потому что, ну, кроме там легендарной надежности Toyota, хотя говорят, что эти автомобили тоже пока у нас не сильно ломаются, с учетом новых поколений DSG, новых моторов, как бы вообще проблем нет, потому что все-таки VAG довел до идеала. Безусловно, автомобиль с 1.8 намного быстрее, но для города, теоретически, если вы не гонщик, я бы все-таки предпочел 1.4, с другой стороны, все равно взял 1.8, потому что это объем, это быстрый прогрев, и это в любом случае лучшая динамика, а расход такой же. Вот, причем разница в силах там не какая-то большая, чтобы там говорить аналоги. Но есть еще и замечательный Volkswagen Passat, который стоит немножечко дороже, там от 40 до 60 тысяч, но, конечно же, в пользу Шкоды говорит то, что это лифтбэк, там больше багажник, но, тем не менее, все-таки хотелось бы их сравнить и посмотреть. Кто-то говорит, что Passat вроде бы лучше рулится, и он тяжелее, и жестче. Ну, в общем-то, мы посмотрим, а так, конечно же, автомобиль на твердую 5, мне все очень понравилось. Поэтому, в любом случае, дело ваше, выбирать вам. Все, что я мог рассказать, я про Superb я рассказал. Спасибо вам большое за внимание, ставьте лайки и до встречи.